Бля, она тупая пизда, не может, блядь, ввести номер квартиры моей. Все, я пошел за ним, мужики. Так, сейчас, опа, опа, все, все, тут микро убери. Да куда, блядь, да пацаны, все. Оно и так, типа, не видно, все. Шашлык. Шашлык, и мы с подругой сделали, как называется, пиццу. Слышь, ну я просто голодный немножко. У меня есть егермейстер, у меня есть виски. Что ты пьешь? Но у меня запивона нету. Мне не нравится. Ты без запивона пьешь? Чего ты так на меня смотришь? Мне просто запивать нечего. У меня просто вода, не то кружечка, наверное. А, нет. Пьешь или нет? А какие есть предложения? Я могу запивон заказать. Заказывай. Давай. Ты пока можешь просто выпить вот алкоголя пустого. Ну пока так разогнаться немножко. Куда? А? Куда разгоняться? Ну так, не, ну мало ли там. Тебя тем более вообще штрафная, я тебя жду уже, наверное, на протяжении полутора часов. Ладно, смотри. Я на самом деле еще на шеф-повара учусь. Так что я могу что-нибудь... Давай я сделаю пиздаты на вечерний ужин. Попробуй. Давай. Ты помидоры любишь? Да. Огурцы? Да. Заказываю. Килограмм. Килограмм огурцов этого. Ты бутерброды ешь? Да. С чем? С икрой там? Берется. Ну мы что будем, какие бутерброды есть? Тебе похуй. Все, давай. Знаешь, колбасы, сосисек возьму. Кальмары будешь? Буду. А икру? В смысле, а как ты кальмара будешь, а икру не будешь? Зачем? Блять, ладно. Так, из запивки Кока-Кола, да? Угу. Ты что первый будешь? Егермейстер или Джеймисон? Егермейстер. Егермейстер? Все, сейчас. Макароны. У-у. Чего? Ты не ешь? Чего? Я не хочу. Ну этот, блядь, я могу делать китайский лапша. Знаешь рамен? Лапша. Рамен. Но. Ну вот, это когда блюдце наливаешь, там это всякого бульончика, лапши. Не ела? Я заказывал макароны. Если что, я тебя вообще хорошо слышу. А? Если что, я тебя хорошо слышу. Ну я просто сам вот так привык, я немного на уши глухой. Так, все. Может, тебе пока просто налить? Ты вообще чем занимаешься, кроме того, как работаешь, учишься? В плане отдыха? Да. Много чего. Ты на меня так смотришь, как будто я не знаю. Да, успокойся. Не-не-не, ты когда просто смотришь на меня, прям пиздец. Нет, я просто тебя слушаю. Ну, я тебя услышал. Рассказывай, парню, у тебя есть. Я тебе нравлюсь. Ладно. Не-не, мне просто интересно стало. Да? Хочешь, я тебе могу налить? Пока, ну просто без запивона. У меня есть этот, как бы, я заказывал себе суп с теремка. У меня есть маленькие чипи. Можно ими, типа, как понял, как чипсы закусывать. Чипи. Не считаю. Ну, сухарики. Чипи. Налей просто. Просто налей? Давай. Тебя смешиваешь с чем-то? Нет. Все, ладно, давай. Так, я егермейстер, правильно? Да. А хочешь попробовать егермейстер с виски? Нет. Какой? Ты случайно барменом не работал? Работал. Понятно. Не, ну как барменом? Я там танцевал. А тебе сколько лить, я не знаю. Смотри, я сколько налил.
Не, хочешь еще болит много? Хватит. Мало. Так, сейчас, подожди, я с тобой. Что это? Это таблетки. Хочешь жопу покажу свою? Не про ту, по которой ты думаешь. Я просто делал анализы язвы. То есть, короче, у меня язва. И там мне жопу сняли снизу. Точнее, снутри. Интересно? Не, я просто думаю, ну, просто многие девушки увлекаются там всякими, знаешь, неоднозначными вещами, такие, как там, может быть, человеческие органы там, либо такое. Не? Все, давай пьем за знакомство. О, нормально, да, так? Как тебе, кстати, в комнате тут? Ты чем занимаешься? А? Ты чем занимаешься? Сетевой маркетинг. Бывает, сервера по Майнкрафту ребятам делаю. То есть там, если кого-то там что-то надо, что-то там сделать и так далее, помочь вообще могу. IT-сферы всякие, там бухгалтерские учеты. Я бы тебе, конечно, показал, но ты все равно не разберешься в этом. Так получается, ты работаешь швеей? Нет. Учишься на швею, а работаешь администратором какого ресторана? Грузинской кухни. Грузинской кухни? Фига себе. А как так получилось? Мама, папа? Нет. А как? Мы не знакомые. Знакомые? У тебя знакомые грузины? Не спрашивай, как получилось. Да, да я не спрашиваю. Понятно. Ну а чем вообще занимаешься, кроме этого всего? Ты на каком курсе учишься? Третий. Третий курс? То есть, получается, скоро заканчиваешь? Недалеко отсюда? Колпино. Полпина? Там говорят, полпинские именно вот ученые выходят. Грандмейстеры. Ты так на меня смотришь, пиздец, я не знаю, ты меня прожигаешь взглядом, мне с тобой страшно сидеть. Обычный взгляд. Ты что-то употребляешь? Нет. Точно? Точно. Шишки? Нет. Ничего синтетического? У тебя взгляд стеклянный, блядь, как будто ты меня будешь тут... Линзы? А ты не видишь? 95,5. То есть, если это снять, то ты, в принципе, вообще ничего видеть не будешь? Буду видеть, но размыто. Бля. Не, ну у тебя такой взгляд всегда. Ты можешь улыбаться? А погрустить? Не, ну грусти, мне просто интересно. У тебя эмоции лица, вот просто, знаешь, такая вот улыбка еле натянута. И смотришь на меня, как, не знаю, как на жертву какую-то. У тебя ножей нет? Ничего с тобой. Точно? Нет, ну, ты просто мало ли, ты волнуешься. Может, ты хочешь мне поинтересоваться чем-то? Ты местный? А? Местный? Нет. Откуда? Я из Брянска. Че здесь забыл? Я тут? Да у меня друг тут этот, как бы женился. Я тут на месяц решил остаться. Потом обратно? Ну, нет. Ну, смотря как. Если я найду девушку, у которой квартира будет, то, в принципе. У тебя квартира есть? Две. Две квартиры? Тоже через знакомых? Через грузинов? Не, ну... Я просто... Я не могу тебе сказать. Нам просто надо выпить еще. Точнее, тебе, а я пока... Я не могу просто говорить, потому что ты трезво. Вот. Ну, типа, я не умею общаться с девушками по трезвости. Ты думаешь, что-то изменится, когда я выпью? Ну, не, мало ли ты будешь такая раскрытая. Ну, в плане по общению, а то ты просто я тебе говорю, у нас монолог получается. Ну, посмотрим. Может, выпьешь? Там пусто. Конечно, давай стаканчик, вообще без проблем поухаживаю. Давай, давай, конечно. Тебе может чипи дать? Нет. Не знаю. Ты, кстати, первая девушка, которая отказывается от чипи. Бля, может я тебе... А, нет, тут еще много. Держи. Если что, у нас еще есть Джеймис. Сейчас еще привезут еду нам. Я заказал помидоров, я заказал эти креветок. Сейчас будем креветки делать. Будем делать романтический ужин. Как ты смотришь на это? Мило. Ты шаришь за романтику? Нет. Вообще никак? Mm-mm. Тебя парень куда-нибудь водил хотя бы? Вообще никуда не водил? У тебя парень был вообще? Был. Сколько? 4 года. Не, я говорю, сколько парней? В отношениях? Да. Ну, по факту, получается, 2. Два парня, я у тебя третьим буду, слышишь? Ничего. Чего? Потому что я романтик, ёпта. Хочешь, я сейчас музычку, смотри. На сегодняшнюю ночь? Романтическая.
В смысле на сегодняшний? Ты хочешь секса? Нет. В смысле? Ты со мной не хочешь секса? Да. Блять. Давай романтику просто включу, давай. Включи обычную. Обычную? Угу. Я могу включить Моргенштерна. Нет. А что ты слушаешь? Включи просто. Тебе не нравится романтика? Ну это ж вечер, ну это романтик. Вот возьми бокал, вот сделай это. Ну сядь, ну сядь вот так вот. Включи свой плейлист. Свой плейлист? Ну у меня, ты просто такое не слушаешь. Чувствую тепло на небе светит, солнце на душе. Чего? Это вообще-то Андрюха, он у меня это, мы с ним в колледже учились вместе. В каком колледже? В колледже? Брянского государственного политехнического колледжа. Какую профессию? Повар? Нет. Ну так, немножко повар, меня потом его скинули на автомеханике, а я остался. Классно? Нет. Тебе не нравится? Ну ты сама сказала включай, ну смотри, вот этот. Ну я такой, знаешь, по романтике, я сам человек романтичный. Я уже совсем люблю, мне 21 год, детство уже. Нормально? Да ладно. Не, ну если не нравится, да давай, ладно, без музыки тогда. А ты что слушаешь? Ну какую музыку предпочитаешь? Практически все. Но перебираю. Ну, Моргенштерна, что, не слушаешь? Пару треков. А Янг Трапову вышел зоны, знаешь? Он наркотиками раньше занимался. Не знаю. Курьер. Кто? Сейчас, ебать, нашинку, нахуй. Ты че, с первого бутерброда начнем или чего? Не знаю. Ну ты что хочешь? Ты хочешь крабов палочек? Крабовые палочки. Либо креветки. Но креветок надо отварить. Просто что-нибудь приготовь и все. Давай, базара ноль. Ну сейчас привезу. Видишь, просто извини, я впервые так знакомлюсь. И ты еще молчишь, мне немножко сложно. Я слушаю? Не, ну. Ты так слушать мало, ты должна общаться со мной. Я тебе не интересен, да, в плане общения? Чего? Ну, стоит только-только познакомились, попал. Согласен, согласен. Давай, даже блядь, не переписывались. Красава. Вообще, респект. У тебя руки, кстати, холодные. Я знаю. У тебя, наверное, кровь туда не поступает. Поступает. Я, если что, я могу сорвать. Ладно, ну там. Эх. Сигареты куришь? Курю. Красава. Я же только что внизу стоял, курю. Серьезно? Да. Это ты так парадом мой перепутал. Ну, понятно, короче. Ну, а как ты смотришь на то, чтобы, например, завтра поехать в Крэнк пиццу? Ты завтра работаешь? Нет. Крэнк пиццу. Сейчас, одну минуту. Вопрос нескромный. У тебя есть около 6000 долг? Долг? Долг. Я тебе завтра верну. Не факт, что вернешь. Не, серьезно. Я тебе правду говорю, я верну тебя. Сейчас, одну минуту. По номеру телефона. Мне, если что, телефон, я могу тебе там паспорт оставить. Не, ну если ты переживаешь, как бы. Все-таки в любом случае, ты же завтра ты остаешься на ночь?
Не, ну хочешь, могу отправить. Но просто если сейчас это отдам... Ребят, там заказ просто, еще сейчас. Да сейчас, сейчас, одну минуту, можно, пожалуйста? Просто я не думал, что там настолько прям закажется. А как так получилось, что на 8400? Ну, вот королевские креветки. Не, они же только недавно стоили нормально. Сколько они вышли? 1325, что ли? Я могу точно сказать. У меня Сбербанк. А у вас есть вечеринка? А? Вечеринка? Да нет, я девушку просто так пригласил. Ага. Не, если хотите, можете присоединяться. Ты не против будешь? Чего? Просто только не... Я так, ну, молодежь просто. Надо в телефон наговори. Давай я наберу. Не, может, просто если... Говори номер телефона. Или подожди. Слушай, сейчас, одну минуту. Ну что, вот. Ой, это что такое? Это что такое? Это что такое? Это... Вы сейчас прикалываетесь или что? Сейчас, секундочку, извините. Я должен за это 8400 платить? Сейчас, секундочку. Сейчас. Подожди. Можно пройду? Да, конечно. Да, привет. Ты сумку собирал, потому что второй заказ. Да, 582 заказ для креветки. Да, вот на 8400. Одну минуту. Дай мне ты заказал. Сейчас. Подожди, что, я да? Не понял, а... Сейчас, подожди. Сейчас. Ну вот. А, да. Тут просто чьи-то сухарики недоедены. Да, уважаемый, а вы может... Сейчас. Ну, что-то как-то... Идеальный заказ? Ну, давай такое. Давай. В смысле? $8400. Да подождите, какого 8400? У меня даже в заказах нету. Тут же, да, должно быть написано? В заказах? У меня написано, что за 28 февраля. Может, 8400. Так а какие 8400? Ну я потом донесу сейчас там остальное. В смысле? Так у меня заказ не показан. Так, друзья. Где у тебя на рассылке? Номер. 15-28. Подождите, вы приколите, что Эдуард? Не, если нет денег, то можно да? По-другому расплатиться просто. Каким образом? В смысле? Ну, вы хотите, чтобы я вам посос... Так, ребята, до свидания. Нет, ты не... Анна. Ну. Что, может? Слышишь? Нет, не работает так. Так может, пускай она лучше тебе денег скинет? Не, пусть пососет просто. Чего? Сухарики тут еще не доели, блядь, тут вон лимонад дышит. Будете сосать? За 8400. Чего? Сухари вон тут еще. Режь. Да я же заказывал. Как девушку зовут? Не знаю. И сейчас обратно все сложим. Чего, блядь, уже высыпалось чего? Просто, блядь. А я же заказывал лобстер. Кириешки тоже хорошо. Где все лоб? Лобстер. Недолго музыка играла, конечно. Дольше, блядь, играли. Ладно, да я поехал. Если у вас больше нет ничего ко мне, никаких вопросов, блядь, я там поехал. В смысле? Вы меня девушку забрали. Ну я там поехал. Да забери кириешки. Кириешки себе. Подожди, может, егермейстера выпьете? Чего? Егермейстера выпьете. Да не, она просто не выпила. Кириешки...
Чего? Я заказывал раков. Раков? Так вот тут написано семга, сыр, вон. Нет. Вот семга. Семга и сыр дорблю. Чего? Я лобстера городецкий заказывал. Нет, ты не вставай. Нет, подождите. Я сейчас буду писать жалобу на Яндекс. Давайте я вам потерял сосуды. Может нахуй? Нет, я напишу все-таки. Эдуард вас зовут, да? Нет. В смысле? Не важно. Покажите мне сосуды. Не важно. Подождите, не важно. Всего, не подождите, стойте. Блядь, бро. Да. Можно было, конечно, и подольше. Что-то она быстро сдалась. Слабая какая-то. Знаешь, я говорю, на будущее, короче. Ой, ёбаный рот, извиняюсь. Я думал, она еще подержится. Она знаешь, что... Знаешь? Ребят, знаете, что она подумала, короче? Она, наверное, подумала, что... Ебать, прическа, ладно. Она подумала, наверное, что такой новый способ развода. На бабке или на секс. А, возможно. Она загналась, она не подумала, что это стрим. Она, скорее всего, подумала, что, типа, мы так разводим, типа, на секс. На бабке. Или на бабке. Че поет, басорнется еще, блядь. Бля, у нее слышу, не друзья. Да ничего не мусор. Чего, да куда? 8400 ты где? Сейчас узнаем, ребята, подождите. Блять. Че там, донаты есть? У меня 4700 есть. Слабая, слабая, конечно, слабая. Я думал, она подольше, блядь, оставит, блядь, протянет. Ладно, короче, у меня... Да, она на самом деле, она вообще какая-то, душная. Типа, душная. Ты видел, я с ней разговариваю. Она на меня смотрит вот так вот, ну, пронзающим взглядом и молчит. Ладно, хотя бы, когда человек с тобой общается, ты хотя бы там короче, находишь. Нужно эту тему немножко доработать. Короче, в следующий раз. Да. Нужно будет, вот, короче, у меня, короче, есть кенты. Давай немножко поменьше, хотя бы. Давай. Бля, я заебался горбатиться просто. Короче, у меня есть кенты, у которых реально есть форма полицейская. Можешь в следующий раз сделать такую движуху, чтобы реально тёлка не слилась. Ты вызываешь доставку. Приезжает там, ну, может, я там, кто-то еще с доставкой. Угу. Типа, хуё, опять такая же тема, такая же история. Нихуя, да, типа, начинаем пробивать, типа, нихуя. Ты такой, все, я вызываю полицию, нахуй. Угу. Приезжают наши полицейские, наши кенты, и начинают опять, и ее душить начинают. Типа, давай так, ну, если не хотите проблем, пусть она нам отсосет. Это не будет за шантаж? Не-не-не. Ну, посмотрим, насколько она... Знаешь, будем делать, красавица держалась до последнего. Ты дверь закрыл? Она пробила, я с портфеля ушла. Как она пробила его? Где она пробила? Есть какая-то информация, где она пробивает? Блять. Короче, в следующий раз такую тему сделал. Блять, так хорошо, что за такси платить не надо. Блять, если бы ее на банке обогрели, это уголовный. Ну чуть-чуть подольше бы, чуть-чуть. А ты включил? У тебя включил? Да, да. А, сейчас. Блять, чуть-чуть надо было подольше, конечно. Ну, блять, что, кто знал, что она слабая? О, донаты. Спасибо, Мишаня. Блять, ахахаха, вы лучшие ребята, мол, как всегда, отыграл божественно. Девственника тоже хорошо отыграл. Спасибо, спасибо. Не, ну ладно, а там было хотя бы смешно моментами? Просто, знаете, оставлять тогда стрим, не оставлять? Ну там, блядь, типа, мне кажется, когда она типа в ступор впала, блядь, мне кажется, когда вот типа под конец уже типа было, блядь, мне кажется... Так, слушай, бля, вообще можно было с нее реально бабки 6 тысяч, она тебе собиралась приводить же, да, реально? Бля, ну к этому мы не были готовы, у нас вообще сетап по-другому шел. Бля, не, ну можно было что, 6 тысяч, бля, взять нее и все. Я не ожидал. Я рюкзак взял, а все, а где взял, уже там больше нет. А куртка ничего не смущает, бля? Я в первый раз в жизни, знаете, как прикольно, на самом деле, первый раз в жизни, бля, сам такой. Яндекс, мы хотим стать вашими личными амбассадорами в продвижении вашего бренда. И, ну, популяризировать вообще Яндекс доставщиков и Яндекс еду, блядь, как нечто большее. Это, кстати, хорошая реклама была бы, если постоянно там приходили курьеры нам с такими доставками. Ну да, слушай, это рил похоже на развод на бабки, так потом добёшь, да. Это гениальная идея, так реально тёлок звать, короче, разводить их на бабос, да. И сливать, короче, а потом еще реально менты приходят и их уводят еще. Наши же, бля, ну это уже статья, мне кажется, это уже, да, конечно. Это уже мошенничество, да? Ну ладно, деньги мы с неё не взяли сразу. Да. А что, ты не хочешь позвонить и сказать, типа, слушай, он ушел? Или да я ей позвоню, скажу, ты ушел. Блять, аж сопля вылетела, красавца. Спасибо. Как идет форма. Спасибо. А ему любая форма идет. Да, первый номер телефона, да. Сейчас донаты выключу. Сыр дорблю. Сбрасывает. Она мне звонит. Алло. А тебе не кажется, что все слишком наиграно?
Что именно? Он ушел просто, я теперь здесь сам дорблю им. Нет. Ты думаешь, ты меня здесь будешь разводить? На что? Это я, Эдуард. 2185, угу. Номер. Ты вернешься, он ушел. Подожди, с кем я разговаривал? С Эдуардом. Ну, это я доставщик, он ушел просто, этот твой. Он куда-то слился с хаты, я здесь один сейчас сижу. И куда он ушел? Я не знаю, ушел в подъезд просто стоять там, я ничего не знаю. Я сейчас один здесь в квартире сижу. Не хочешь что-нибудь, может, дорблюдо едим хотя бы? Ну, я не вернусь. А? Я не вернусь. Почему? Ты идиотка. Почему? Я один здесь, он ушел. Этот чел, я не знаю, в красной кофте, бля. Кто это вообще такой? У меня просто заказ еще не закончился, я сейчас... Короче, ой, блядь, Леша. Не придумывай хуйню, блядь. Лавка сейчас закрыта, так что я не знаю, что за хуйню вы творите. Лавка круглосуточная. Посмотри, пожалуйста. Я не знаю, что за хуйня, блядь. Но курьеры себя так не ведут, блядь. Даже не придумывайте, слишком все наиграно. Что, как себя не ведут, я не понимаю. Я сейчас, он ушел со своей квартиры, этот парень в красном. Я же сижу, играю в каэсочку, ем сухарики с семгой с сыром, то есть дорблю. Ой, то, что я привез. Дай мне вызвать такси, пожалуйста. А? Вань, всё, до свидания. Давай. Ебанутая, бля. Много сук вокруг, пахнет дерьмом, это трэп-хата. Мой дом как белый дом, и мы в нем курим вместе с Трампом. Мой фул как порно-флоу, от него не спасает капа. Нет, она вроде не достойна.